Когда я думаю о Йом-Кипуре, я всегда вспоминаю о том, что должна быть тшува, должно быть покаяние. Покаяние – это действие, это некое восхождение с применением силы, где нужно прощать, где волевая позиция человека – прощать, освободиться от греха, не только перед Богом, а перед людьми. Я верю, что Йом-Кипур – это время, когда мы рвем свое сердце перед Богом и говорим: «Господи, нам нужна Твоя милость, нам нужна Твоя благодать». Несмотря на то, что Иешуа умер и воскрес для нашего оправдания, нам нужно поверить, что Он оправдывает нас, когда мы соглашаемся с тем, что мы были виновны. Мы раскаемся, Писание говорит, признавайте друг перед другом. Покаяние, тшува, восхождение благодати, чтобы наша алия была праведной.